astrónomo. Это такая хваталочка, чтобы держать игрушку или соску. Открываем. Похоже на акулу. Если вы не подпишетесь, акула вас придет и съест. Ну, мы нашу акулу пока откладываем в сторону и распаковываем вторую посылку. Тут я попробую без ножниц. Да, тут без ножниц вот. Открывается вначале, а потом здесь. А это два веселых слюнявчика. Первый это слоник, лошадка, птичка и сова. А второй утенок, слоник, жираф и лягушка. Я уже распаковала, я вам покажу. На одной слюнявчиком, смотрите, тут такие кнопочки, и тут слюнявчик так одевается. Оп, все. Вот слюнявчик. Это для, почти как для меня. Я могу тоже это носить. Еще похоже на шапку. Я вижу, кто не подписался, быстро подписывайся. Я подожду. Ты подписался? Молодец. И не забудь нажать на колокольчик и поставить лайк. Это надо взять. А это вот такая игрушка. Смотрите, тут такая змейка разноцветная, лягушка, пончик. Ну тут еще что-то непонятное. И бабочка. Такая. Видите, тут из ткани такая и крылья сделаны. Змея звенит, шуршит. Ставьте лайк, кому понравилось видео. И поставьте, пожалуйста, за эту милую змейку тоже лайк. И подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Обещаю, там будет очень интересно. Всем пока!